Недавние пожары в подвале жилого дома и бесхозной пристройки стали причиной гибели людей. Тревогу забили не только сотрудники МЧС, но и чиновники городского управления ЖКХ. Пожары произошли по вине лиц без определенного места жительства, которые разводили костры, чтобы согреться, но не справились с возгоранием. На экстренном совещании замглавы администрации Максим Громов упрекнул управляющие компании в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Проблема в первую очередь заключается в том, что, к сожалению, действиями лиц без определенного места жительства зачастую наносится непоправимый ущерб общему имуществу жителей дома. И с причинами этого является то, что где-то жители невнимательно относятся к тому, что в их подвалах живут эти лица, а где-то управляющие компании халатно относятся к исполнению своих обязательств. В договоре управления однозначно прописано, что они должны бережно относиться к веренному им общему имуществу. Максим Громов подчеркнул, что управляющие компании обязаны предотвращать доступ бомжей в подвалы и на чердаки жилых зданий, а места общего пользования должны находиться на замке. Сотрудники управляющих компаний говорят, что делают все возможное, но не всегда способны проконтролировать ситуацию. Мы проследить конкретно за лицами без определенного места жительства их дальнейшую судьбу не можем. Мы можем только привлечь отдел полиции к сотрудничеству и совместным рейдам по жилому фонду. Теперь управляющие компании напомнят ивановцам, что в случае появления бомжей в подвале или на лестничных клетках необходимо звонить в полицию. А вот куда потом пойдут бездомные, ясно не до конца. В Иванове существует только один центр социальной адаптации, который может обеспечить лицам без определенного места жительства ночлег и питание. Но его вместимость ограничена. Как будет решена эта проблема на региональном уровне, пока неизвестно. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.